Я учился в очень хорошей школе, и у меня был один из лучших учителей физики в городе, а может быть и в стране. Лично я его любил не за то, что он хорошо объяснял, а за то, что он любил эксперименты и учил думать. Периодически задавал такие классные задачки, над которыми ломали головы не только мы, но и наши родители. Не потому что было надо, а потому что было интересно. В то время интернет был еще не так распространен, как сейчас. В нем не было ответа на любой вопрос. Google и Яндекс искали, но не так хорошо, как сейчас. Так что приходилось думать самостоятельно, не подглядывая в ответы. Однажды учитель задал такую задачку. К хвосту собаки привязаны на веревочке несколько консервных банок. Когда собака бежит, банки скачут по дороге и гремят. С какой скоростью должна бежать собака, чтобы не слышать грохота консервных банок? Задача, как я потом понял, весьма известная и почти всем ее загадывали. Но от этого не менее интересно. Если вы не догадались, а помните ответ «круто», то дайте подумать другим. А если догадались, то пишите в комментариях, не подглядывая в другие версии. В свое время какие только версии мы не выдвигали. Кто-то говорил, что собаке надо как-то хитроумно подпрыгивать, чтобы банки не успевали ударяться о землю. И даже уверяли, что ставили эксперимент, и это возможно. Другие говорили, что собаке просто надо бежать с постоянным ускорением, чтобы банки оторвались от земли и не падали. Самые распространенные версии были, что собаке надо бежать со скоростью больше скорости звука. Короче говоря, самые безумные и невероятные решения. Но все неправильные или нереальные. Кстати, ходят легенды, что однажды этот вопрос задали ученым, и даже они не смогли правильно ответить. Правильный ответ. Правильный ответ, как всегда бывает с такими задачами, до банальности прост. Скорость собаки должна быть 0 коч. Короче говоря, собака должна стоять на месте. Как говорила Эрих Мария Ремарк, в том и загадка банальностей, на свой примитивный лад они истиннее самых остроумных парадоксов. Подписывайтесь на... И присылайте свои интересные задачи и головоломки, порешаем вместе. Еще интересно. Ставим лайк и подписываемся.